Привет, друзья! Очень важно, потому что сейчас большинство людей в стрессе находится, в большой неопределенности, под большим прессом, как под дамокловым мечом. И не знают, как быть, какой выбор сделать, и не знают, как строить планы на будущее. Нет образа будущего, нет света, а энергия включается только, когда есть перспективы. Поэтому, как выходить из стресса быстро на состояние восстановления и строительства своей жизни? Вебинар. Очень важный. Приходите. Там будут и новые алгоритмы, и новые приемы. Ну, конечно, мы всегда даем что-то новое, отработанное, проверенное, гарантированное, безвредное. Очень полезное. Да, и взрослым, и детям. Подросткам имеется в виду, школьникам и студентам, чтобы они могли выходить из дикого напряжения, суеты мыслей на состояние глубинного душевного покоя, безмятежности, и там мечтать, и понимать, чего ты хочешь, и как этого достичь наиболее простыми, короткими действиями. Вот такой вот вебинар. До встречи!